появилась такая идейка записать самую популярную песню ушедшего лета, ну и, может быть, будущего лета тоже, португальскую такую, «Носа», и так далее. Вот, значит, как она играется на баяне. Вот, ну, примерно, для любителей, опять же. Значит, что здесь? Вообще, тональность основная си-мажор у нее. То есть, ну, здесь много всяких черных таких диезных бемольных нот встречается. Поэтому мы ее транспонируем в до-мажор. Нашу родную тональность, то есть, для самую простую, самую полезную тональность. До-мажор, значит. Как это мы сыграем? Ну, примерно. Конечно, всякие вот эти глиссандо подъезда делать не очень удобно, но тем не менее. Давайте разберем, как это играется. Значит, правая рука, значит, до, ми, соль. Внимание, значит, такой момент. То есть, теоретически, конечно, можно сыграть одним пальцем, вот, но лучше сделать замену. То есть, с третьего на второй. Потому что в быстром темпе, может, кому-то захочется повиртуозничать, вот, в быстром темпе одни... Это большой напряг для руки, то есть, ну, не очень удобно это играть. Поэтому рекомендую, значит, так вот. Потом си, ре, соль, ля, до, ми, до. И тут такой интервал секста называется. Ля, фа, соль, ми, фа, ре. Можно без первого вот этим пальцем сыграть это. И ми до. Можно, в принципе, в одну ноту обойти. Фа, ми, ре, до. Концовка такая. Очень легко, значит. Фа, ми, ре, до. Все, четыре ноты, четыре аккорда. Ну, в общем-то, песня, она так и стала популярной. За счет того, что очень простая, очень хорошо запоминается. Значит, как это дело усилить аккордами, то есть, чтобы было позвучнее, поинтереснее. Можно в конце вот фраз брать аккорд. Вот, и вести глиссандо, то есть делать. Конечно, пятирядном это сделать, с этих рядов проскользить, будет поинтереснее. Что у нас влево происходит? Значит, до мажор. Тоже можно делать замену баса, можно на одном играть, как кому удобно, как кто умеет, как кто может. Ограничений нет. Ну, до мажор, в общем. Соль мажор. Потом ля минор через одну. И фа мажор. Опять до мажор. Вообще, конечно, в классической музыке доминанта, это субдоминанта после доминанта не очень считается, но здесь они прямо мастили очень здорово. Вот, звучит. Вот такое вступление. Ну и, собственно, песня. До мажор, соль мажор, ля минор, фа мажор. В общем, все, что и в припеве, то же самое. И так далее. Так что вот, играйте на здоровье, пойте, удивляйте своих близких и любимых.